Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас всех и надеюсь, что меня слышно и видно. Позвольте мне представиться. Меня зовут Илона Варга. Я представляю отель «Натурмед Хотель Карбона». Я переводчик отеля и хочу предоставить вам презентацию нашего отеля. Если кто-то из наших гостей или друзей хочет хорошо отдохнуть в Венгрии, хочет хорошо, качественно провести время для оздоровления, мы приглашаем вас в наш отель. Отель находится в городе Хивиз, который находится в западной стороне озера Балатон. От озера Балатон до озера Хивиз 6 километров. Город сам Хивиз от города Будапешта приблизительно 190 километров. В этом красивом месте, в городе Хивизе, находится термальное, уникальное термальное, самое большое озеро в Европе, о котором можно только слышать. Но вместо того, чтобы слышать, мы приглашаем всех наших гостей, чтобы они приехали и это сами почувствовали. Температура этого озера термального 36 градусов. Зимой не ниже, чем 25. Даже когда очень-очень холодно, зимой очень приятно находиться в озере, плавать и чувствовать лечебные свойства этого озера. Наш отель находится от озера приблизительно 400 метров пешком, близко. И эта прогулка никогда не помешает для того, чтобы освежиться и посмотреть на достопримечательности, которые находятся здесь, в нашем городке. Это озеро очень известная своими лечебными свойствами уже 17 века. Озеро подпитывается подземным источником и содержит очень много кальция, гидрокарбонатов и слабо радиоактивным элементом радоном. Так, вода в этом озере обновляется каждые 28 часов. Целебная вода. Вода озера лечит ревматизм, воспалительные формы, заболевания суставов и позвоночников, некие гинекологические заболевания. Очень хорошую реабилитацию дает после травм и переломов. Лечебный эффект этой воды, ну, приблизительно после 2 недель пребывания в отеле и принимая курс лечения, после 2 недель эффект остается на, ну, приблизительно на год. Сам отель Натурмед Хотел Карбона, он находится на территории большого парка 4 гектара. Гости, которые приезжают к нам в отель, они получают очень хорошие номера, хорошо оборудованные номера. Отель имеет 260 номера для некурящих, для аллергиков и, естественно, номера для людей с ограниченными функциями движения. С 2021 года для гостей мы открываем 99 новых номеров типа «Делюкс». Водная площадь в нашем отеле, она составляет 1000 метров квадратных, и гости нашего отеля целый год, круглый год пользуются оздоровительной водой и также плавательным бассейном. Плавательный бассейн, он приблизительно 25 метров квадратных, на территории его находится джакузи, аромакабины, финские сауны, паровая кабина и так далее. Еще на территории бассейна есть 2 бассейна с термальной водой. Сами бассейны, они построены в древнеримском стиле и получают воду из источника Руди. Это чистая родниковая вода из геологического слоя озера Хивиз. После того, как наши гости прибывают в отель, они записываются на консультацию к врачу. Врач проводит с ними индивидуальную беседу о состоянии пациента, и потом они получают курс лечения, естественно, составленный по просьбе самого клиента.
Курс лечения всегда зависит от состояния пациента, но предлагают всегда от 1 до 3 недель. Самое главное у нас не только лечение, которое мы даем в отеле, а еще очень главное купание. Купание не только у нас в наших термальных бассейнах, а точно так же в озере. В нашем отеле также проводятся разные другие оздоровительные процедуры. Это вытяжение позвоночника, грязевые аппликации, лечебные массажи, терапия талассо, процедуры электротерапии, гидротерапии. Даже есть дополнительные процедуры, которые, ну, на лечебной основе, курсы похудения, талассотерапия, аюрведа, восточные массажи, иммуноукрепляющие массажи, разные другие терапии, терапия БЕМЕР, биомагнетическая терапия. Также проводят групповые программы у нас в отеле. Йога, например, у нас есть теннисный корт. Разные программы для релакса. Упражнения для позвоночника, как и групповое, так и индивидуальное. В конце недели, в пятницу, в субботу, в отеле есть всегда живая музыка для того, чтобы люди немножечко развлекались и чувствовали себя приятнее. На территории отеля даже находится теннисный корт, где можно заниматься теннисом. Предлагаем еще мы, в нашем отеле предлагаются программы индивидуальные. Можно покататься на кораблях на озере Балатон, можно на каноэ, можно включить тур на Виноградную гору, недалеко здесь находится от нас, это гора Эгрэть. Прогулки на велосипедах, возможен полет на воздушном шаре, очень многие пользуются этим. Очень много программ есть, которые могут интересовать наших дорогих гостей. Кроме этих программ, у нас и оздоровительных программ, у нас есть очень хорошие косметологи, кабинет косметологов, называется он «Салон красоты», это «Beauty Aestheticum», с очень широким выбором косметических процедур для лица, как для и мужчин, так и для женщин. Очень много чего предлагают для красоты, для эстетической медицины. И очень эффективные процедуры. Также можно лечить целлюлит. В отеле находится очень хороший ресторан. Его называют ресторан «Атила». В нем, как и венгерская кухня, ну, сама венгерская кухня, так и мы предлагаем международную кухню, блюда кухни «Реформ», также безлактозные, безглютеновые блюда. Когда приезжают к нам гости, они могут переговорить с врачом, с диетологом, и он может им назначить кое-что другое, может быть, для похудения или, ну, для ихних... для того, чтобы они хорошо себя чувствовали и ознакомились не только с национальной кухней, может быть, что-то другое можно для них предложить. Есть у нас три бара. Бар «Платан», бар «Нептун», бар «Каролина». Также есть конференц-зал для 300 персон, банкетный зал, место для заседаний, который открывается с баром «Каролина». Там приблизительно на от 10 до 80 персон вместимости. Если кто-то хочет еще чем-то заняться вне отеля, есть возможность для того, чтобы посетить достопримечательности, видеть в окрестности. Мы можем показать, как индивидуально отвести наших гостей, также можем групповой осмотр сделать. Замок Фештетич, дворец, можно уехать на Киш-Балатон, там, где резерватум есть буйволов, заповедник для птиц. Очень интересные программы.
буддийская ступа в поселке Заласанта, она недалеко находится отсюда, ну, приблизительно в 10 километров. Очень многие тоже интересуются этим. Также есть очень-очень интересное место, это где находится крепость Щумед. Очень многие посещают, это тоже достопримечательность наша. Я хотела бы вам сказать, что вы интересуетесь нами, приезжайте к нам, возьмите наш контакт. Мы очень ждем наших гостей, ждем назад, чтобы они увидели нас, почувствовали эту всю красоту и приезжали. Для нас это очень важно, точно так же, как для них, для их здоровья и оздоровления. Ждем наших гостей. Приезжайте к нам зарядиться энергией. Хивиз – это источник жизни. Я благодарю вас за внимание. Но перед тем, как передать слово другому коллегу, я хотела бы предложить ваучер на двое персон, который дает отель. Это для розыгрыша на 4 ночи, на 2 персон. Пожалуйста, приезжайте к нам. Мы ждем наших гостей. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, хорошего дня. Спасибо. Добрый день, дорогие слушатели, посетители нашего вебинара. Для начала проверка связи. Меня хорошо видно и слышно? Так, вижу, плюсики пошли. Здорово. Разрешите представиться. Меня зовут Чувилева Екатерина, и сегодня я вам буду рассказывать про отель Spirit Thermal Spa, который находится в Венгрии, в городе Шарвар. В марте 2008 года в городе Шарвар был открыт один из самых эксклюзивных пятизвездочных отелей Венгрии, Западной Венгрии, Spirit Hotel Thermal Spa Superior. Наш отель расположен в окружении 7 живописных озер, лесов, лиственных лесов и полей, но тем не менее находится всего лишь в нескольких минутах ходьбы от центра города. Пару слов о городе Шарвар. Это небольшой бальнеологический курорт. Население города всего лишь 16 тысяч человек. Но, несмотря на это, город имеет свою богатую историю. Известен еще с римских времен. А в 17 веке, во время правления графского семейства Надожди, город Шарвар превратился в культурный центр и приобрел свой облик, который сохранил и до сегодняшних дней. Город Шарвар располагается в западной части Венгрии, всего лишь в 30 километрах от австрийской границы и в 130 километрах от столицы Австрии, Вены, где находится международный аэропорт. Поэтому для гостей отеля мы предоставляем услугу трансфера. Кроме этого, стоит упомянуть, что в 1961 году в погоне за черным золотом в Шарваре также были проведены поисковые мероприятия, но вместо нефти здесь нашли термальную воду, что немаловажно, и ценность ее нисколько не меньше. Благодаря термальным источникам, которые находятся на всей территории города, сама природа уникальна из-за того, что городок небольшой, движение у нас здесь тоже небольшое, поэтому воздух кристально чистый, а удобное расположение отеля и возможность взять, например, велосипеды на прокат позволяют нашим гостям познакомиться с ближайшей местностью, узнать наши традиции
и наши порядки. Ну, теперь вернемся к отелю, потому как свое название «Отель Спирит» носит не случайно. Квинтэссенцией отеля является единство четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. Это совершенство, питающееся энергией древнего источника. И каждый аспект отеля призван помочь гостям достичь этого единства души, тела и духа. А пятым элементом, конечно же, является сам наш отель. Спирит в переводе означает дух. И все четыре элемента можно проследить и в архитектуре, и вообще во всем отеле. Он пронизан насквозь. Так, например, как главный элемент вода символизирует наш собственный термальный источник. Землю можно увидеть в меблировке, в отделке. У нас используются только натуральные материалы. Воздух символизирует само строение здания, огромные просторные помещения, большие окна, также прозрачный купол. Ну а огонь – это камин, который разжигается у нас каждый день в салоне в сопровождении живой музыки. И также тепло, которое дарят наши сотрудники своим гостям. В отеле «Спирит» есть 271 номер, включая апартаменты. Оформленные в элегантном стиле с необычными дизайнерскими решениями. В каждом номере есть балкон или терраса, а также на всей территории отеля работает беспроводной интернет. У нас также есть номера для людей с ограниченными способностями. Кроме этого, есть номера для гостей с домашними животными, все номера для некурящих. Вот, и общее, все номера можно разделить на 9 типов, соответствующих предпочтениям гостей. Есть номера для семейного отдыха, это либо апартаменты, либо номер грант со встроенной полуторной кроватью для семей с детьми, либо номера для пар, это номера «Ориенталь» с восточной круглой кроватью, либо номера «Кинг» с восточной круглой кроватью и джакузи в номером. Либо же для тех, кто любит, предпочитает уединенный отдых, это одноместные номера. Но во главе всех номеров, конечно же, у нас стоит президентский люкс. Площадь его составляет 175 квадратных метров, состоит из трех отдельных спален, трех ванных комнат. Это также включает гостиную с домашним кинотеатром, свою спа-зону и огромную террасу. Вот вы сейчас на картинке можете как раз видеть. Но я хочу, конечно, большое внимание уделить нашему купальному комплексу «Оазис», который является, собственно, сердцем нашего отеля. Располагается на территории почти 10 квадратных метров и включает в себя 22 бассейна, как с термальной водой, так и с обычной водой, как открытые, так и крытые. Благодаря продуманной внутренней планировке и лежакам с балдахинами, а также бассейнам с массажными строями, гости отеля могут полностью расслабиться и погрузиться в мир гармонии и умиротворения. Любители активного отдыха могут снять напряжение после рабочего дня в 25-метровом бассейне, а купальня с термальной водой, бассейн с термальной водой расслабит и успокоит мышцы. Про термальную воду я остановлюсь, расскажу чуть подробнее, чуть-чуть позже.
Сейчас хочу еще показать вам фотографии, как выглядит наш комплекс. Вот вы видите и открытый бассейн, и как внутри это все выглядит. Вот. Что касается мира саун, это островок уединения, спокойствия. Он соединен с общим комплексом купальным. Здесь можно по-настоящему расслабиться и надолго отвлечься от суеты будней. Банный комплекс отеля состоит из 9 различных саун, от 30-40-градусного лакониума до 85-95-градусной финской сауны. Кроме этого, вот на фотографии тоже видно, в центре располагается купель с холодной водой, где можно охладиться после высоких температур. Но все-таки жемчужиной нашего отеля является, собственно, термальный источник, термальная вода. Еще раз повторюсь, у нас источник свой, собственный в отеле. Термальная вода «Спирит» поступает с глубины 1056 метров и имеет температуру 46 градусов. Затем в бассейнах ее охлаждают до 36-38 градусов. Вода по составу щелочная, не имеющая запаха, мягкая на ощупь, не агрессивная вода. Все термальные бассейны, включая и открытые, ежедневно наполняются свежей, не содержащей никаких искусственных примесей водой. Прекрасно себя зарекомендовавшая термальная вода, состав и качество которой регулярно контролируется, является отличным бальнеотерапевтическим средством, используемым как в традиционных, так и в самых современных методах водолечения. Термальная вода успешно применяется при лечении хронических патологий опорно-двигательного аппарата, ревматических поражений мягких тканей, на этапе восстановления после травм и оперативных вмешательств, при нарушении осанки, при ревматизме, дископатиях, а также при синдроме хронической усталости. Ванны с термальной водой рекомендуется принимать 2-3 раза в день по 20-30 минут. Общий курс, средний курс лечения составляет 2-3 недели, но перед началом лечебного курса, конечно же, мы советуем проконсультироваться с врачом и пройти медицинское обследование. В нашем отеле для этого есть все возможности, так как в отеле проводится более 100 различных процедур, как оздоровительных, wellness, так и косметических. У нас в отеле есть свои специалисты-врачи, физиотерапевты, которые с большим удовольствием проконсультируют и назначат лечение. Из оздоровительных процедур я могу назвать вертикальное вытяжение позвоночника, которое проводится в термальной воде, прекрасно себя зарекомендовавшая процедура. Это грязевые аппликации. Грязь мы используем с Хэвисского озера, про то, что рассказывала сейчас коллега передо мной. Это и оксигенотерапия, и гидротерапия, магнитная терапия, лазерная терапия. Кроме этого, массаж, естественно, лимфодренаж, который способствует детоксикации организма, и многое-многое другое. Но так как вода наша по составу в первую очередь направлена на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то и набор лечебных процедур, соответственно, тоже в первую очередь концентрируется на данных проблемах. Как я сказала, что мы проводим более 100 различных процедур, к wellness-процедурам можно отнести и спокойные, расслабляющие процедуры аюрведического массажа. Кроме того, в нашем отеле делают тайский массаж, настоящие тайки. Также уникальной является процедура хамам, уходящая своими корнями в восточную культуру, и грязевые аппликации, древнеегипетские грязевые аппликации разу. Кроме этого, и таласотерапия, и процедуры талисенс, спа-ритуал и многое другое.
И косметические процедуры также в нашем отеле проводятся. У отеля есть собственная косметическая марка My Spirit. Это биокосметика, но кроме нее также используется французская косметическая линейка Талион, швейцарская косметика Бенелла и немецкая косметика Клеантус. Все процедуры делаются с использованием современнейших аппаратов и методик. Ультразвуковая световая терапия, биорезонанс, что способствует более глубокому проникновению чистых природных веществ в клетки кожи. Я хочу еще пару слов сказать для любителей фитнеса. В нашем отеле любителям фитнеса и активного отдыха отель «Спирит» предоставляет широкий выбор спортивных игр и программ. У нас каждый день проводятся как платные, так и бесплатные спортивные программы, в которых гости с удовольствием могут принимать участие. В отлично оснащенном фитнес-зале отеля регулярно проводятся занятия по йоге, пилатесу, стретчингу, спиннингу. Поклонники игры в теннис и сквош по достоинству оценят наши площадки, оборудованные рядом с отелем. А любителям пробежек и пеших прогулок берега окрестных озер откроют прекрасные пейзажи и удивят их. Желающим заниматься по индивидуальной программе мы рекомендуем воспользоваться услугами тренера или инструктора по ЛФК. Также, как я уже сказала, в отеле есть возможность взять на прокат велосипеды либо электророллеры. Так, ну теперь, значит, еще пару слов об оздоровительной программе My Spirit. Я хочу на ней остановиться немного более подробно. Так, почему-то у меня слайд с ней не включается. Так как программа эта в последнее время пользуется все больше и больше популярностью, ведь способствует она выявлению, а соответственно и своевременному лечению многих заболеваний. Всего лишь 5 простых шагов на пути к здоровью. Программа включает в себя анкету, медицинские осмотры, консультацию с врачом, затем обследование на новейших аппаратах, благодаря которым будет выявлено общее состояние здоровья. Соответственно, после этого составляется персонализированная индивидуальная программа оздоровительная для гостя, ну и, собственно, само заключение. В основу данной программы, которая соединяет в себе современные медицину и косметологию с древнейшими рецептами водолечения, была положена как раз-таки наша термальная вода, источник которой находится в нашем отеле. И данная программа призвана гостям помочь вдохновиться идеей на долгосрочное изменение образа жизни. Ведь здоровье, как говорится, ни за какие деньги не купишь. Поэтому нужно очень бережно и внимательно относиться к нему. Вот здесь на фотографиях как раз-таки видно на слайдах, как проходит это обследование, различные обследования. То есть считывается информация о внутренних органах, о состоянии нервной системы. И уже на основе этого в дальнейшем составляется, собственно, программа. Ну и последние слайды у меня про наши награды и номинации. У отеля их достаточно много, список достаточно длинный. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому мы всех ждем в гости, приглашаем вас.
Вот. А сейчас я хочу показать небольшое видео про наш отель. Секундочку. Так, где же он? Возвращаясь к нашей презентации. Значит, я буду рада ответить на все интересующие вас вопросы. Можете писать в чате. Вижу за... Спасибо большое за прекрасный комментарий. Я очень люблю свое место работы и хочу поделиться этими впечатлениями, этой любовью с вами. Приезжайте к нам обязательно. Значит, можете писать либо в чат, либо вы видите на экране мои контактные данные, электронную почту, либо телефон, но этот номер доступен также и на WhatsApp, и на Viber. Вот. Но в конце хочу сказать, что в конце вебинара нашего будет проводиться розыгрыш призов, и в качестве подарка от отеля Spirit будет разыгрываться ваучер на посещение, совместное посещение массажа и джакузи. Ваучер можно будет обменять по приезде во время прибытия в любое для удобное для вас время. Ваучер будет именной, так что когда выяснится имя победителя, я его составлю и отправлю в электронном виде. Не забудьте, пожалуйста, указать электронный адрес. Так моя презентация закончилась. Я была очень рада принять участие в данном вебинаре. Хочу пожелать всем благополучия, берегите себя и своих близких, тем более в данной ситуации на сегодняшний день. Надеюсь, что прощаюсь ненадолго. Ждем вас. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте всем. Слышно меня? Напишите кто-нибудь, что слышно, что видно. Угу, спасибо большое. Ну, сегодня мы уже встречались с некоторыми из вас, и я обещала, что в Венгрии расскажу про все наши новинки. Спасибо большое Супотуризму за такую вот возможность для всех, для нас. Слушала сейчас своих коллег. Еще раз хочу сказать, что, конечно, Венгрия для Инсана – это очень важное направление, потому что компания Инсана родом из Венгрии.
И для кого, кто не знает, расскажу, что когда-то была компания Danubius, то есть она и сейчас есть, это была большая-большая сеть отелей, потом разделились, и отели, которые занимаются оздоровительным медицинским туризмом, они вышли под брендом Sana. Поэтому теперь у нас две замечательные цепочки, но сегодня речь пойдет про компанию Insana. Компания Insana достаточно большая, я прям в одном слайде покажу наши другие направления, что у нас не только Венгрия, а все остальное, Чехия, Словакия, Румыния, Англия теперь. Ну а сегодня речь пойдет исключительно о Венгрии. Здесь у нас 5 отелей, 2 отеля в Будапеште, 2 отеля в Хевизе, 2 отеля в Шарваре. Сегодня прям замечательно рассказали и про Хевиз, и про Шарвар, оставив мне вот в этом часу, наверное, надо будет сделать какой-то такой вот уклон на Будапешт, очень любимый мною город. Но сначала немножко о том, на чем стоит компания Insana, почему отели так любимы многими, и почему отдых здесь помогает, успокаивает, снимает стресс и так далее. Конечно, это, как уже много раз сегодня говорилось, совершенно потрясающая комбинация термальных источников и лечебных грязей. Плюс, что очень немаловажно, и это есть, я думаю, что практически во всех отелях Венгрии, я имею в виду лечебно-оздоровительных, в Инсане точно, это очень большой опыт курортологии, очень сильная команда именно врачей, команда других медицинских специалистов. Люди работают из года в год, многие приезжают на конкретного врача, на конкретного массажиста, поэтому вот это вот какая-то преемственность, которую получается сохранить, вот это какой-то индивидуальный подход, когда вас всегда ждут. Я могу сказать, что вот поскольку у меня разные отели в разных странах, я могу отметить, что Венгрия – это совершенно особенная отношение к гостю. Это всегда очень с огромным радушием, с каким-то бесконечным почтением. Это всегда такой вот приятный какой-то бонус, который очень многие какие-то свои, там, не знаю, недовольства, стрессы, они вот этим вот отношением, они просто снимаются. Поэтому огромное спасибо стране. Я думаю, сегодня уже много сказали всего замечательного. Я вот присоединюсь. И, конечно, Венгрия основное ее направление в лечении различных заболеваний, это, конечно, ну, назовем ее, я вот так ее назвала, мобильная дисфункция, то есть любые проблемы с ограничением движения, с опорно-двигательным аппаратом, будь то болевые синдромы, будь то артриты, артрозы, какие-то постоперационные вещи. Очень многие проблемы можно решить, очень многие симптомы можно снять, в общем-то, достаточно простыми такими природными вещами, это грязь и термальная вода. Плюс снятие стресса, плюс снятие синдрома выгорания, плюс просто отдых, респираторная реабилитация. Очень-очень много различных вещей, которые можно, в которых можно себе помочь в Венгрии. Не только отдохнуть, но отдохнуть с чувством, с толком, с расстановкой. Из основных медицинских программ здесь у нас в компании Insana немножко другой подход, не такой, как на других курортах, когда у нас фактически программа входит в стоимость. Да, как я всегда рассказываю, в Венгрии у нас отдельно идет стоимость проживания и стоимость программы, и человек может выбрать. По сути, программы различаются количеством процедур. Я всегда говорю, что лучше бронировать медицину заранее, потому что, во-первых, вы получаете, скажем так, какое-то представление о том, что у вас уже будет, да, как вы уже с чем-то определились, с набором процедур. Вы получаете, ну, скажем так, какой-то временной диапазон, на вас рассчитывают в наших медицинских центрах, это всегда хорошо, да, когда заранее знают, у нас всегда заранее составляют
составляются программы, всегда заранее знают, что приедет такой-то гость, и у него будет столько-то процедур, рассчитывается время, плюс это дешевле, да, на месте всегда получается чуть-чуть дороже, поэтому я всегда при бронировании советую медицинскую программу брать всегда с медицинским пакетом, просто это клиенту удобнее, вам выгоднее, в общем-то, и отелю тоже комфортнее, когда он знает, кто из какой проблемы приезжает. Помимо медицинских вот таких сложных проблем, да, которые испокон веков решаются в Венгрии, отель Инсано очень, я сегодня уже про это тоже рассказывала, очень серьезное внимание уделяет таким проблемам молодежи, что ли, да, тем, которые много работают, много учатся, которые устали, которые просто хотят куда-то поехать, немножко расслабиться, взять какую-то программу, девочки красоту, мальчики фитнес, да, кто во что горазд. Поэтому старается наша компания вводить во всех своих отелях вот эти программы, привлечь более молодую аудиторию, и просто как бы предоставить какие-то другие грани вот этого оздоровительного отдыха, показать, что это не только серьезное лечение, но это еще очень-очень много удовольствия, вот все вот эти программы. Единственное, что у нас плохо идет в Венгрии, это, наверное, детокс и снижение веса. Вот во всех других наших направлениях это как-то у нас хорошо получается, а в Венгрии настолько вкусно кушаем, настолько вот много, наверное, соблазнов каких-то, что очень у нас вот да-да-да, вот мне тоже вот пишут, да, что сложно эти программы идут, и как-то вот все-таки больше люди берут реабилитацию, спа, но вот детокс как-то с Венгрией плохо ассоциируется. Но, тем не менее, мы стараемся. Итак, Будапешт. Что любимый мною город, европейская столица. Надеюсь, что скоро все самолеты, как вот Виталий сегодня сказал, все полетят. И опять мы будем в двух частях от прекрасного города, от мировой культуры. А здесь у компании Insana два отеля. Оба они расположены в центре Будапешта, на острове Маргицигет. С привлечением скажу, наверное, это абсолютно уникальное расположение, такого больше не встретить. Тут есть только два отеля и природный парк, и там некоторое количество разных общественных зон. Здесь отдыхают будапештцы, сюда приезжают или приходят побегать, погулять, поплавать, подышать воздухом. Почему так удачно расположены отели Insana в Будапеште? Потому что, во-первых, это 25 минут от аэропорта. Во-вторых, это термальные источники в вашем отеле. Это очень большая редкость для Будапешта, их не так много, несмотря на то, что общественные купальни есть, и я всегда всем говорю, что их надо обязательно посетить, потому что это, ну, в общем-то, историческое наследие, если брать там Рудуши и Геллерт, и это абсолютно вот погрузиться в образ жизни будапештцев, это если поехать в купальню Сечени, то есть это обязательно нужно сделать. Но когда у вас эти источники в вашем отеле, когда вы набегались целый день и посетили, и поели, и купили много всего замечательного, это бесконечно приятно, когда у вас термальный источник, и вы в халате туда спустились. Это просто совершенно замечательное времяпровождение. Поэтому это прекрасный вариант для просто для туристов, для семей, для про мазь отдельно сейчас скажу. Просто прекрасное сочетание вот всего, чего, всего абсолютно вот как это, несочетаемого, такого, наверное, больше не найдешь. А здесь у нас два отеля, оба четверки, Термаль Маргарет и Гранд Маргарет. В настоящее время, вот сейчас, поскольку у нас эпоха ковида, пока работает один отель, пока работает Термаль, а Гранд пока закрыт, но как только так сразу готовы открываться в любую секунду, мы не то, что там его, просто пока не очень много туристов, к сожалению, в самом Будапеште. Отели соединены переходом, и у них единый медицинский и спа-центр. Соответственно, чем хорош отель для
групп, для небольших групп, для, может быть, для фитнес-групп, практически для, наверное, ну, любого клиента. Во-первых, мы очень много вложили в реновацию отеля «Термаль». Как вы знаете, у нас реновация идет давно, и мы, она уже практически близка к завершению, мы доделываем сьюты, джуниор-сьюты. Все номера категории премиум, я вот сейчас его покажу, вот он, номер категории премиум, они сделаны, они ждут клиентов, мы ждем не дождемся, когда же наконец границы откроются. Что касается номеров экзекутив, немножко надо подождать, откроем красивые сьюты и джуниор, обязательно все будет. Плюс в отеле есть спа, термальные бассейны, плавательные бассейны, то есть все-все-все, что угодно. Что касается отеля «Гранд», это отель более классический, историческое здание, совершенно волшебный у нас ресторан. Кто был, тот знает, у нас там живая музыка каждый вечер, очень такая красивая венгерская атмосфера. У нас много гостей, которые приходят просто поужинать, и наши клиенты любят, поэтому очень такой вот замечательный концепт. Что касается групп. В отеле после того, как мы сделали реновацию в 2019 году, а мы отреставрировали все конференц-залы в отеле «Термаль», мы сделали абсолютно новые номера там, то есть у нас абсолютно свежий новый отель. И теперь у нас 12 конференц-залов, и численность человек, которую мы можем посетить, это до, посадить, это до 300 человек. То есть это совершенно прекрасная возможность и для деловых людей, для спортсменов, и для фармацевтов, для фитнеса, просто для компании девочек, которые вам не нужно развлекать, а вы можете просто их отправить, обеспечить какую-то деловую программу, а все остальное у них в отеле и так будет. Да? То есть вот какие-то такие вещи. Всегда всем говорю, что не забывайте, пожалуйста, наши отели в Будапеште, они действительно достойны того, чтобы в них организовать группу, уложиться в бюджеты и сделать все на высшем уровне, и приедут абсолютно довольные ваши клиенты и заказчики. Ну, а мы потихонечку переедем на озеро Хевес. Сегодня очень красиво рассказывали наши коллеги из Карбоны про то, какое замечательное это место, какой чудесный город. Вот здесь на фотографии наша купальня, наше озеро. В озеро обязательно нужно пойти, даже несмотря на то, что в отеле Хэнсана у нас, конечно, сделаны трубопроводы, и вода из озера поставляется, но... Ой-ой-ой, что-то у нас случилось. Сейчас мы... Вернем озеро. Что-то случилось. Вот. И, конечно, просто на озеро нужно сходить, потому что это совершенно удивительное ощущение, когда вы в нем плывете, особенно это зимой чувствуется. Плавают только русские. Мы это тоже с вами знаем, что у нас такой момент есть. Мы любим это дело. Вот. Но все процедуры, опять же, кто не хочет ходить на озеро, да, все процедуры можно сделать в отеле. У компании «Инсана» здесь два отеля. Это «Термаль Хевес» и «Термаль Аква». В Акве немножко больше сделано реновации, чем в Хевесе, но, в принципе, мы поэтапно, так же, как в Будапеште, осуществляем реновацию. Это выглядит в том, что мы закрываем этаж за этажом, и в настоящее время примерно одинаковое количество, даже нам реновированных чуть побольше сейчас номеров, номеров реновированных и номеров нереновированных. Да, разница, вот реновированный номер будет выглядеть вот так. То есть это абсолютно современные, комфортные номера с прекрасной сантехникой, и прекрасный ресторан, и еда к вашим услугам. Вот. И всегда у клиента есть выбор, да, поехать в реновированный номер, чуть больше заплатить, или поехать в обычный номер и сэкономить. Собственно, в этом, наверное, и плюс цепочки, что всегда есть, что выбрать, всегда есть, что предложить клиенту, и где-то там вырасти, где-то упасть в цене, да, то есть всегда какой-то такой люфт у нас есть.
А что касается отелей, отель расположен, наверное, минут 5 между ними, наверное, на минут 5 до озера, то есть это самый центр городка. Разница между ними принципиальная такова, что отель «Термаль Хевис» работает на полупансионе, а «Термаль Аква» работает на все включено. И это значит разная публика, там, где полупансион, больше приезжают пары, больше возрастных людей, там, где all-inclusive, больше приезжают с детьми, с семьями, здесь работает аквапарк. Парк, здесь работает очень большое множество бассейнов, летом организовывается детский клуб, то есть такое вот прекрасное, замечательное времяпровождение. В этом году мы внедрили новое дополнение к нашей концепции All Inclusive, и в отеле Аква можно купить дополнительную опцию, она называется All Extra, когда у вас все напитки, вино, пиво, в включенной стоимости можно их пить неограниченно, с 11 до 22. Вот такое вот мы попробовали, еще не очень сильно обкатали на российских клиентах, потому что еще до нас не доехали, но верим, что доедут, и верим, что оценим. Стоит это не очень дорого, а по сравнению с тем, что как бы ты получаешь такой уж совсем-совсем отдых и полное расслабление. А что касается Хевиза, у нас тоже сейчас работает один из двух отелей. Вот, как только откроются границы, все очень-очень ждут, вот, незамедлительно мы будем ждать тоже всех гостей и очень-очень скучаем в компании «Мы Инсана», во всех наших отелях скучаем по российским клиентам. Ну, почему же нельзя? Вот решили мы такое сделать, решили, что все-таки у нас едут люди в основном лечиться, это я отвечаю на вопрос в чате, вот, решили предоставить. Там не будет крепких напитков, там будет прекрасное венгерское вино, поэтому я думаю, что все оценят. Вот, и еще один отель у нас есть, это отель «Шарвар». Курорт «Шарвар» вообще очень замечательный, с 200-летней историей. Я вот сегодня с утра рассказывала про другие наши курорты, куда любила приезжать европейская знать. Так вот, «Шарвар» именно такой курорт, в который любили приезжать венгерские короли, которые ценили эту воду, эти ресурсы. И здесь у компании «Инсана» очень небольшой маленький отель, четырехзвездочный, «Инсана Шарвар». Отель уютный, наверное, самый скромный из всех четверок «Инсана», но в то же время очень любят его клиенты, есть постоянные гости, собственно, как и во всех отелях, потому что очень приятная атмосфера, очень душевно встречают. И здесь, в этом отеле, очень, скажем так, меньше всего клиентов, да, вот, но на единицу площади медицинского центра и площади спа-зоны, да, то есть здесь очень есть куда пойти, есть рядом парк, то есть такой красивый отдых с книжкой, вот я его называю, поправить здоровье, почитать книжку и приехать обновленным. А сейчас работают три отеля, работает один отель в Будапеште, это «Термаль», один отель на озере Хевис, это отель, собственно, «Термаль Хевис», и отель «Шарвар», три отеля работают. Как только будет больше гостей, незамедлительно будем открывать и будем разворачиваться. Все очень-очень ждут. Пока готовим новые программы, пока стараемся что-то такое новое разработать, что-то сделать, что в обычной жизни не успевается. Вот так пока используем время. И как я уже сегодня говорила, очень важно, и вот то, с чем Венгрия прекрасно справляется, очень важно в нашей жизни, это вот это именно активное долголетие, да, неважно, может быть, там можно же по-разному, да, жить и по-разному себя чувствовать в разном возрасте. Но вот именно наши природные ресурсы, а в Венгрии они совершенно уникальные в плане активности, в плане подвижности. Именно они позволяют отелю «Инсана», в общем-то, давать вот эту вот активность, давать надежду на активную составляющую жизни, в общем, практически каждому своему клиенту. Хочу прям буквально две минуточки рассказать, как это происходит. Сегодня вроде я внимательно слушала, вот не было такой традиционного венгерского лечения,
ощущение, вроде не было такого сегодня представлено. На самом деле это три основные вещи, которые делаем. Это первое, это вытяжение позвоночника в термальном бассейне. То есть вы, ну вот здесь показано, вы висите, ну я это называю как игрушка на новогодней елке. У вас абсолютно разгруженный позвоночник, вы наслаждаетесь термальной водой, у вас немножко это вот вытягивается он, и на ногах каждый раз увеличиваются грузики, да, чтобы вот вас немножечко так вытянуть. Такое вот достаточно простое, но в то же время очень действенное средство. Далее идет прогревание грязью, да, то есть обертывание, грязь с озера Хевис, она тоже очень действенна, она очень расслабляет мускулатуру, и после этого следует массаж. Вот это, наверное, основной такой столпы медицины, которые практикуют в Венгрии, которые на самом деле совершенно показывают чудодейственные результаты. Недаром люди туда едут, недаром это один из любимых курортов. Всем очень нравится, все любят погулять, все любят зарядиться в Венгрии вот этим вот спокойствием, радушием. Начинаешь смотреть, и люди начинают больше улыбаться. Всегда все довольны, очень такое приятное и красивый отдых. Вот всем рекомендую, всегда говорю, что венгерский продукт – это всегда что-то удивительное, что-то такое именно очень душевное. И это на самом деле, ну вот для российского клиента, я считаю, очень важно. Вот, по нашим отелям я уже показала, еще раз хочу здесь показать наши контакты, у нас на рынке два представителя, это я и моя коллега Алла Мустафаева, это можно нам писать, можно нас мучить, работаем мы практически со всеми крупными операторами, с местными операторами, так что вот сегодня было очень приятно, что вот «Тысяча дорог» очень приятно нас отзывалась, спасибо большое, вот, поэтому мы стараемся, работаем, стараемся, чтобы все были довольны, все были и клиенты, и агенты. Очень-очень много внимания этому уделяем. Вот, сегодня у нас тоже будут подарочки, у нас даже есть и ваучер, который сегодня будет разыгран. Вот, надо будет только ответить на вопросы. Виталий нас там всех очень красиво организовал. Еще раз, Виталий, спасибо большое. И спасибо всем за то, что пришли, за то, что уделили время. Я надеюсь, скоро как это, оковы рухнут, и нас наконец-то выпустят весь мир, и будет эффект отложенного спроса. Все поедем отдыхать, наслаждаться, снимать стресс, кушать, вытягивать позвоночник и так далее. Всем хорошего дня и здоровья главное. Огромное спасибо, Ирина, за эту замечательную презентацию. Я тоже очень надеюсь по этому спросу, что отложенный спрос у нас будет. Как всегда, очень-очень приятно было слушать про замечательную цепочку Энсана. И здесь параллельно сейчас у нас идут ваучеры один за другим. Техподдержка очень-очень много помогает. Я пока себе взял чай, мистер. Тоже очень советую, сейчас уже зима, давайте грейтесь, водичку надо пить, чай тоже надо пить. Остаемся сейчас, пока загрузятся все ваучеры, я просто хотел попросить вас чуть-чуть подождать буквально пару минут, и потом мы начнем розыгрыш призов. Я сейчас посмотрим. Да, Марина тоже на здоровье. Агешег, агешег, адре. Сейчас уже поздновастенько, так что чай нужен. Еще пару часов, и можно уже паленку пить. Сейчас, секундочку, посмотрим, что у нас здесь. Готово, не готово. О! Я думаю, что все сейчас загрузились фотографии. Итак, дорогие дамы и господа, дорогие друзья, дорогие партнеры, мы начинаем розыгрыш призов. Огромное спасибо всем, которые остались у нас в эфире до конца. Я думаю, что было очень-очень интересно. Я слушал всех-всех наших партнеров, участников. Было просто супер. Очень много важной информации, очень много обучающей информации. Так что спасибо всем партнерам за участие. Это было замечательно.
И начинаем розыгрыш призов. Вот сейчас бы, если был воркшоп, была бы чуть-чуть музыка, вот бы растворилась, вот это все красиво бы все было. А сейчас мы здесь, я сижу перед компьютером в своей комнате. Эх, не хватает мне воркшопов, честно вам скажу. Первый розыгрыш, это у нас, я сейчас прикрою чуть-чуть дверь, чтобы собачка не забежала. Это у нас будет ваучер компании «Тысячи дорог». Все видят этот ваучер, да? Только плюсики пишите, пожалуйста, если видно ваучер. О! Замечательно. Читаем вместе. Подарочный сертификат на двоих. На двоих. Важно. Проживание три ночи в отеле «Медос» 3 звезды на 2 человека в номере «Дабл». Так что... К этому ваучеру следующий у нас вопрос. Я также отправляю его в чат. И первый, который ответит на этот вопрос правильно, важно, что правильно, тот и выиграет этот ваучер. Хорошо, поехали. Вопрос у нас следующий. Я его тоже сюда вкопирую. С какого года компания «Тысяча дорог» работает на туристическом рынке? Ох, да, господи, боже мой, я даже еще вопрос не задал и уже вижу. Так, кто у нас? Михаил Зубков был у нас первым. Зубков, да, правильно я сказал фамилию, надеюсь. Михаил, поздравляю. Ваучер ваш. Я сохранил имя. И прошу вас, Михаил, отправить имейл мне. Или уже можно наперед Ольге Замар, она вела вебинар. И чуть-чуть можете обговорить это. Или как альтернатива мы можем вас найти через Profit Travel. Не волнуйтесь, по-любому ждем вас. Поздравляем, Михаил. Выпью чай за вас. Это чай. Ни вино, ни паленка. У нас еще только 3 часа, так что ничего другого пить нельзя. Только воду и чай. Хорошо. Следующий наш ваучер – это ваучер компании Continental Travel. Замечательно, Вероники. Она делала, кстати, презентацию. Она была единственная, которая делала презентацию на английском языке, но тоже было очень-очень интересно. И хорошо, что презентация была сама на русском, но она говорила на английском, так что было, я думаю, более-менее понятно. Continental Travel тоже предложили нам замечательный ваучер. Тоже на русском языке можно прочитать без проблем. Проживание для 2 человек. 3-звездочная гостиница в Будапеште. 2 ночи с завтраком плюс налоги. И оплату будет производить Continental Travel. Continental Travel, следующий вопрос задали. Тоже очень важный вопрос. Какие самые важные города... Я сейчас смотрю в чат, все уже готовятся. Какие самые важные города-курорты Венгрии, помимо Будапешта? Стоп. У нас есть победитель. Это у нас... Думаю, вот сложно решить, потому что первый правильный ответ без 1300 термальных источников, это писал Григорий, но, к сожалению, это не включается в ответ, поэтому правильный ответ, по моим понятиям, это Татьяна Белякова. Поздравляю, Татьяна. Очень-очень близко были к ответу Григорий, но здесь я даю этот приз Татьяне Бедяковой. Ну, как много активных. Я так рад. О, господи. И так все быстро. Да, раньше вопросов все написал. Так что, Татьяна Бедякова, поздравляю. Супер. Этот ваучер будет ваш. Тоже советую. Здесь есть адрес. Написано, что continental.travel@continentaltravel.hu. Просим тогда туда написать email. И параллельно я также сохранил вас в базу данных. Я потом отправлю Continental Travel, что кто выиграл.
Поздравляем. Следующий ваучер. Как все быстро идет. Следующий ваучер у нас будет от представительства Хунгароспа и представительства Хайдус Обослу. Очень-очень красивый ваучер. Здесь уже намного интереснее. Сейчас можно видеть разные проживания на двух персон. Пять ночей. Это целый курорт. Полупансион, если я правильно вижу. Может быть, этот ваучер я даже не буду сейчас предлагать. Это просто возьму себе. То есть сейчас мы делаем ваучер Хунгароспа отеля Термал в Хайдус Обосло, оздоровительный курорт от Ирмы Патаки и от представительства города Хайдус Обосло. Я задаю вопрос. Раньше моего вопроса отвечать нельзя. Очень важно. От какого минерала получает вода Хайдус Обосло свой необыкновенный цвет? Йод. Оп. Татьяна Врангель. Она была первая. Татьяна, поздравляю. Супер. Очень быстро. Кастовая пещера, опульный монолог. Это другой партнер был. Хотя ответ достаточно хороший, но хорошо, хоть запомнили. Радон, нет. Йод, это был йод. Поздравляем, Татьяна. Врангель, правильно я говорю? Также советую вам выйти на hotel@hungarospa.hu и там им написать, что я участвовал. Я им тоже подтвержду позже. Переходим на следующий ваучер. Не огорчайтесь, подарков очень много. И будет... кстати, до этого у нас выиграла Татьяна Белякова подарок Continental Travel. А сейчас Татьяна Индин у нас, да, это так. Это у нас ваучер отеля Naturmed Carbona. Ваучер был представлен, представителем был Илона Варга, я помню. Я думаю, это уже было частично в этой презентации, вы это уже видели, слушали. И следующий у нас вопрос, тоже очень хороший, я буду первым. Больше нельзя играть, очень важно, Татьяны и Михаил. Нельзя играть, а то сейчас уберете шансы других. Я даю вопрос. Как далеко находится знаменитое термальное озеро Хевис от озера Балатон? Оп. 260 плюс 99. Первый правильный ответ был Сергей Перемутов. Поздравляю, 6 километров. Сергей Перемутов. Настоящий профессионал своего дела, знает это точно. 6 километров – это расстояние между Балатоном и озером Хевис. Всего 6 километров. На велосипеде можно проехать. Пожалуйста. Посидели, поплавали на Хевизе. Потом, коленки заработали, опорный двигательный аппарат заработал. Может быть, на велосипеде себя попробую. Все, поехали, до Балатона доедем. Там красиво все. Ну, естественно, если доктор разрешает. Хорошо, Сергей, поздравляем, супер был. Ответ очень-очень быстро и корректно. Следующий ваучер, это будет ваучер с отеля Инсана не покажу. Сейчас я... вот, Спирит. Помните, она показывала золотой ваучер, помните, да? Он таким золотым и будет, она просто мне так официально отправила это письмо, что будет двоих. И Spirit отель, какая замечательная презентация была до этого, правильно говорю, что прям очень, очень много интересного рассказали.
Они, кстати, не так часто выходят с нами на вебинар, но зря, потому что было очень интересно. Надеюсь, на следующий раз они тоже к нам присоединятся. И как выглядит у нас ваучер? Spirit Hotel Thermal Spa 5 звезд. Предлагает в качестве приза именной ваучер на посещение расслабляющего массажа и незабываемого джакузи на двоих. Это если вы уже в спирите, понятное дело. Ну, ради этого тоже стоит приехать, я думаю. Правильно? Екатерина задала следующий вопрос, дорогие слушатели, коллеги. Какое количество бассейнов находится в отеле Spirit Charvar? Оп! Сразу же, 96. Замечательно. Вот бы у нас 96 бассейнов было, да? 22 – это правильный ответ. Совершенно верно. Кстати, 22 тоже немало. Это очень-очень большое обилие бассейнов. Анастасия Волкова, поздравляю вас с выигрышем данного замечательного ваучера. Также вам советую, я не знаю, насколько видно, не видно, выйти в контакт с представителем от Spirit. И сейчас мы переходим на последний блок подарков. Это будут подарки... 6 километров. Это будут подарки от любимой цепочки агентов туроператоров, от одной из любых цепочек агентов и туроператоров, это от компании Ensana, или Danubius до этого было их имя. И здесь Ирина, она прям подготовила нам несколько подарков сразу же. В общем, три. Один ваучер, сумки с фирменной кепкой и от компании Ensana, ваучер на две ночи, это понятное дело, ежедневник от компании, USB-флешка и приятный сувенир. Короче, я сейчас начну с первого, и потом мы пойдем на ваучер, хорошо? Чтобы было систематично. Каждому будет один вопрос, то есть три подарка в общем. Ваучер – это последний. И сейчас давайте готовимся. Первый подарок – это ежедневник от компании Ensana, USB-флешка и приятный сувенир. Приятный сувенир. Ирина вам расскажет, что какой приятный сувенир будет. Я думаю, что он по-любому будет приятный. Отправляй вопрос. Сколько отелей Ensana в Венгрии и какие из них работают в настоящее время? Я даже не закончил вопрос еще, и уже пишите. Замечательно просто. Правильный ответ. Это в Венгрии у компании Ensana сейчас 5 отелей, из них работает 3, по одному на каждом курорте. Я ищу что-то типа ответа 5 работает 3, или было 5 работает 3. Сейчас я секундочку пролистаю. Три работает, это только половина ответа. 5-3. Я думаю, что 5-3 – это как ответ. Хотя нет, здесь у нас есть 5. Grand, Heavis, Thermal. Ирина, ты еще здесь? Включи, пожалуйста, камеру и аудио, если у тебя сейчас будет. Но мне кажется, что это Ольга Шакурова. Тоже сижу, смотрю. Мне кажется, Ольга Шакурова. 5-3. Вот первый ответ сверху. То есть он... Да, ну до этого у нас была Виктория. Нет, Виктория неправильно. Гранд как раз не работает. Наталья тоже неправильно. Хорошо, тогда Ольга Шакурова, поздравляю. Да, наверное, потому что Наталья Королева тоже ошиблась в том, аква не работает. Да, я думаю, что это вот, мне кажется, Ольга Шакурова. Мне так вот кажется. Поздравляем, так. Ольга, поздравляем вас с этим замечательным призом. Я сюда напишу себе в табличке, что Ольга Шакурова выиграла. Еще раз повторяем, что приз – это у нас ежедневник от компании Ensana, USB-флешка и приятный сувенир.
Ольга Шакурова, поздравляю. Я как-нибудь их отправлю, еще не решила как, но мы сейчас обменяемся контактами, и в зависимости от того, куда нужно отправить, мы решим. Хорошо, супер, давай. Если что, я тебе еще позвоню. Здесь серьезные очень вопросы, поэтому... Да-да-да. Смотри, там вдруг мы неправильно определили, мы еще посмотрим. Мне кажется, что мы правильно. Да, мне нужна была помощь, но я думаю, что это Ольга. Ольга, я тоже думаю. Хорошо, второй подарок. Это у нас сумка и фирменная кепка от компании Энсаны. Не знаю, как показать это. Вот так вот, да? Ох, красиво. Да, редко. И это тоже достаточно серьезный вопрос. Я отправляю его в чате и потом начинаем его читать, хорошо? Что такое концепция All Extra в отеле Энсана Аква на озере Хевис? Очень такое вино. Вино и пиво. Из каких до каких? Вино, пиво, так. Ну как, давайте. О. Первый ответ, который должен... Я вот не знаю, что такое All Extra в отеле Энсана. Это дополнительная опция с 11 до 22, вино и пиво включены без ограничений. Что бы ты приняла из этих ответов? Вино, вот вино плюс пиво или вино плюс пиво с 11 до 22? Мне кажется, что первый вот такой очень четкий, это, наверное, Ольга Сульженко, правильно? Вот я вот смотрю так, чтобы вот не только... Или Алексей Макрушников. Прям даже не знаю, кому отдать пальму первенства. А, не то Алексей Макрушников, неправильно, 23, а она до 22. Наверное, правильный ответ, который вот первый я вижу, с 11 до 22, алкоголь. Мне кажется. Это у нас Сергей Червяк. Ольга Сульженко, нет? Ольга Сульженко, сейчас секундочку. Если никто раньше, мне кажется, я вот... Да, нет, правильно, да, Ольга Сульженко, я еще все-таки посмотрю. Спиртное, напитки, вино и пиво. Да, самый вот четкий и правильный. Да. Это первое, Ольга Сульженко. Спасибо большое. Ольга, поздравляем вас. Вы победитель фирменной кепки от компании Энсана и сумки. С сумочкой, да. На пляж уже готовы. Да, на пляжный сезон. Сейчас как только граница, и сразу все пойдем. Как раз граница откроется, и будет пляжный сезон. Да. Не знаю, я надеюсь раньше. Всесезонный. Да, согласен. Хорошо, третий подарок, я думаю, что самый ожидаемый подарок, это третий приз, ваучер на две ночи на двух человек в отеле Энсана Термал Хевис в двухместном номере с полупансионом. Ой, как хорошо. Сколько... Я сейчас копирую. Сейчас. Нет, не 5. Не 5. Так, еще раз. Отправляю вопрос и потом читаем. Хорошо, так лучше всего. Сколько обновленных конференц-залов в отеле Энсана Термал Маргарет и какая максимальная вместимость? Григорий Краснопевцев. Абсолютно верный ответ. 12 конференц-залов до 300 человек. Да. Очень грамотный ответ, согласен. Быстрый и грамотный ответ. Поздравляю, Григорий, ваш ваучер. Я также сохранил его имя здесь у меня в табличке. И ваучер на две ночи на двух человек в отеле Энсана Термал Хевис в двухместном номере с полупансионом. Замечательно. Спасибо всем. Спасибо, Ирина, за помощь, за консультацию. И этим, дорогие партнеры, дорогие друзья, наш вебинар по Венгрии подходит к концу. Я поздравляю всех победителей ваучеров. Хочу сказать огромное спасибо всем, которые участвовали на всех трех вебинарах. Я знаю, что в России сейчас достаточно уже поздно, поздновастенько, особенно для тех людей, которые еще на первом вебинаре писали, что они из Новосибирска. То есть огромное вам спасибо, что вы остались с нами до конца. Я был очень-очень рад познакомиться с вами, видеть вашу активность. Очень-очень поднимает настроение, поднимает дух. Хотелось бы с вами встретиться вличную, с партнерами вместе. Столько же партнеров привести, как привез сейчас на вебинар, только уже вличную.
границы непременно откроются, и надеюсь, что мы увидим и вас, и ваших, ваших клиентов в Венгрии как можно скорее. Если еще есть какие-либо критичные вопросы или вопросы к участникам, то можете их задать или сейчас, или можете написать уже напрямую. Все участники оставили свой email-адрес, если я правильно помню. Презентации, я думаю, что уже можно скачать. Техподдержка потом поможет нам с этим. В каждой из презентаций есть информация о каждом представителе с контактными данными. Я хотел вам еще фотографию одну большую показать, но я не знаю, не видно, наверное. Сейчас в Венгрии не видно, наверное. Сейчас белый экран, да? Угу. Хорошо, сейчас в Венгрии мы уже готовимся к сезону. Зимний сезон у нас идет, и идет подготовка к рождественским ярмаркам. Так что, я думаю, многие знают, это такое дело, это очень важное дело в Европе, в Центральной Европе особенно, ну и везде по Европе, что подготовка к Рождеству уже начинается достаточно рано, уже сначала со второй или даже с первой недели ноября. Запах корицы, наш любимый сладкий кюртошколач, глинтвайн. Все это сейчас у нас будет зимний сезон. Один из рождественских ярмарок сейчас уже будет, вроде бы сейчас, в данный момент, будет открыт. Это ярмарка рядом с красивой нашей базиликой. Ярмарку на Вырешмарте в данный момент не откроют. Это если кого-то интересует в событийном, это чисто из-за коронавирусной ситуации. Очень строго к этому относится. Понятное дело. Но ярмарка рядом с базиликой, она чуть-чуть поменьше, поэтому там можно будет хорошо распределить людей. Так что всем приятного дня, приятного вечера. Спасибо вам еще раз огромное за то, что вы были с нами вместе. Спасибо большое дорогим партнерам, что сделали такие замечательные презентации. Ждем вас на следующих вебинарах. Смотрите также вебинары Вышеградской четверки, Чехии, Словакии, Польши. Если они еще будут, я думаю, уже Чехии они прошли, по-моему, где-то в начале были. Так что знакомьтесь с соседями, потому что Венгрия, она замечательная страна по себе, по одной. Ну, и некоторым просто хочется иногда чуть-чуть познакомиться с ближайшей Европой, да, вот с Центральной Европой. И именно узнав Вышеградскую четверку, они часто влюбляются во все эти страны Центральной Европы. Ну, естественно, Будапешт, он всегда остается самой главной остановкой Вышеградской четверки, я думаю, одной из главных. Поэтому я смотрю пока чат, может быть, какой-то еще вопрос будет. Ольга тоже у нас пишет. Замечательно, Ольга. Спасибо, что тоже осталась у нас до конца. Огромное спасибо. Всем приятного вечера. Ждем очень открытия границы, ждем авиасообщения, чтобы наконец-то все вернулось так, как это все было в рекордном 2019 году, когда мы все уже готовились к новым рекордам на 2020. Надеюсь, что на следующий год будет чем нам заняться. Bis zum nächsten Mal. Всем пока!